Специальное предложение только сегодняшнего дня. Брюки «Миланский шик» 999 рублей. Скидка 800 рублей, практически 50%. Действует только сегодня. Выбор нашего эксперта Светланы Воронцовой. Брюки «Миланский шик». Я очень люблю велюровую одежду и не отказываю себе в удовольствии выбрать сегодня базовые брюки, но они необычные. Если вам кажется, что в велюровой одежде мы будем ходить с вами только на праздники, вы ошибаетесь, мои дорогие. Велюр сегодня везде, на работе, на прогулках. И представьте себе, что ваши брючки особенные. Это не просто костюмная ткань, это ткань королевская. Предлагаю выбрать вашу расцветку, их у нас 5, и выбрать ваш размер. А затем мы перейдем к преимуществу королевской ткани. Итак, записывайте название расцветок. Цвет электрик сейчас на ваших экранах. И посмотрите, как он хорошо сочетается с туникой. С нашей туникой. Оленька, я хочу сразу сказать, что у Танюши размеры бедер 52-54. Лучше выбрать брюки 54 размера. Угу. Если широкие брюки и объемные бедрышки, это лучше скрыть. Пусть брюки сидят свободнее. Катерина Шестеркова, разве вы скажете, что у Кати 54 размер? Нет, потому что наши брюки скрывают все секреты фигуры. На Екатерине оттенок бордо. Он, кстати, в первом часе был очень популярен. Угу. Брюки «Миланский шик», оттенок бордо. Светлана. Светлана выбирает сегодня для себя классику. Это черный цвет. И вы можете всегда черный украсить любым тоном или принтом верха. Вот так, выигрышное предложение. Мы сейчас с вами увидели только 3 цвета, но у нас есть еще 2. Ну что ж, знакомьтесь со следующим цветом. Этот цвет зеленый. Очень красивый малахитовый цвет, переливы изумруда. Как удается велюровой ткани быть настолько загадочной? А сейчас представьте, женщина в таких брюках особенная. Вам будут уступать место в транспорте, в автобусах, в метро. Потому что невозможно оторвать взгляда от такой красоты. Когда женщина выбирает велюр, это всегда статус, это всегда дорого, богато, красиво. При этом Ирина Московцева делает акцент на классике фасона, и это здорово. Чем богаче ткань и принт, тем проще силуэт. Да, и при этом вы получаете всего за 999 рублей брюки «Миланский шик». Успейте, торопитесь, размеры есть пока от 48 до 64, но самые ходовые размеры 60, 62 и 64 в ограниченном уже количестве. Набирайте наш номер телефона, сделайте себе такой подарок. Это брюки, которые не раз вас выручат. Оленька, а сейчас я приглашаю наших модниц вместе со мной подойти ближе к этой королевской ткани. Посмотрите, чем велюр отличается от бархата. Это нежнейшее, нежнейшее полотно. Его ворсинки направлены навстречу друг другу. Они словно поддерживают, подпирают друг друга. И всегда королевский внешний вид вам гарантирован. А сейчас посмотрите на этот водопад. Чем больше и богаче драпировка, тем нежнее и шелковистее ткань. Представьте, как вы надеваете эти брюки и как они будут скользить по вашему телу. Это комфорт, это удобство, это грация, это легкость. Легкость – это уверенность в себе, отличное настроение. Ведь ткань, наше велюровое и стрейчевое полотно, позволяет вашему телу дышать. Вы получаете безупречный образ и при этом полный комфорт. Готовое решение – брюки «Миланский шик» вместе с туникой «Прогулка в Милане». Забирайте прямо сейчас из прямого эфира, наслаждайтесь комфортом. И, конечно, вы получаете массу удовольствия. Свет, у меня вопрос по поводу посадки брюк. Это самый важный вопрос, который чаще всего задают наши телезрители. Ты знаешь, Оленька, у тебя прекрасная фигура, я всегда тебе завидую, но вот у меня не сложилось с областью талии. С возрастом я стала понимать, что мои излишки никуда не денутся, и я уже перестала мучить себя диетами. Зато с появлением эластичной ленты я обрела комфортные вещи в своем гардеробе. Эластичный приточной пояс – это здорово, причем пояс не будет перекручиваться. Давайте поближе посмотрим, как конструкторы и технологи бренда Olmis соединили эти детали. Внутри эластичная лента. И очень хорошо, что она закрыта мягким велюровым стрейчевым полотном. Здесь мы видим с вами качество бренда Olmis. Все хорошо соединено и пришито. Такая лента никогда не будет при носке и стирке перекручиваться. О, это очень здорово. Она внутри прошита. И это тоже очень важно. А высокая посадка, это же комфорт абсолютный. Сделайте свой шаг навстречу красоты и комфорта. Набирайте наш номер телефона и выбирайте брюки «Миланский».
дизайнерский шик. Специальное предложение дня. Особый шик вы получаете сегодня от бренда Олмис. Размеры до 64-го. Возьмите посвободнее и получайте удовольствие. Ну и, конечно, мне хотелось бы еще такой момент уточнить. Свет, вот у каждой женщины есть свои нюансы фигуры. Как не ошибиться, как не прогадать? Ну что ж, Оленька, я для этого сейчас на нашем подиуме. Мы измеряем параметры Екатерины по бедрам. Катюша, встань прямо, просто прямо. Подними немножечко тунику, она будет давать лишние объемы. Спасибо. Итак, сейчас мы измеряем объемы, включая ягодицы. 119-120 сантиметров. Это 54-й размер. Поэтому, дорогие наши женщины, если у вас такие же объемы, как у Кати, брюки имеют свободный крой. Катюша, давай покажем ширину брючины. Прямо встань, пожалуйста, вот так. Вот, смотрите, наши брюки имеют хорошую ширину. Сейчас я подойду к нашим плечикам и измерю их в свободном виде. Вот ширина, я ее не натягиваю. Брюки свободно струятся по фигуре. На Кате брюки 54 размера. Если вы любите классический фасон брюк, свободных, чуть-чуть широких, лучше выбрать плюс один размер. При этом я хочу сказать, что ваши ножки будут смотреться намного изящнее. О, это прекрасно! Изящные ножки приезжают к вам вместе с брюками от бренда Олмис. Это миланский шик. И только вдумайтесь, 999 рублей. Здесь только один метр ткани велюровой стоить будет значительно дороже. У нас специальные для вас условия. Я хочу сказать, Оленька, что для наших женщин очень важно понимать в самой широкой зоне, какие у нас объемы. 36 умножаем на 2. Это будет 72 сантиметра. 72 сантиметра по обхвату бедер. Возьмите в руки метр. Измерьте свои объемы. Сережа, покажите на моей ноге, пожалуйста. Это сделать очень легко. Мы измеряем самую широкую точку. Вот здесь вот. Она получается 74 сантиметра. На мне 54 размер, а те брюки, которые мы мерили, был 48 размера. Чем больше размер, прибавляется ширина в брючинах, поэтому идеальная посадка этих брюк на вашей фигуре. А значит, это идеальный выбор. Сделайте свою первую покупку прямо сейчас. Набирайте наш номер телефона, звонки все бесплатные, и забирайте свой миланский шик, и получайте свою шикарную фигуру. Я хочу как стилист посоветовать вам обязательно приобрести эти брюки. Во-первых, базовых брюк никогда не бывает много. Нам всегда хочется изменить себя. Ну, давайте начнем с королевы. Мне очень нравится, что эти брюки вы можете носить со свитером, пуловером, кардиганом, нарядной блузой, нашей туникой. И выбирайте королевский шик в 2018 году. 5 цветов на выбор. Светлана выбирает темно-синий. Есть черный, зеленый, цвет электрик и бордо. Звоните сейчас.